Елена Фридовна, скажите, пожалуйста, текущую ситуацию в республике. Добрый день. Сегодня на 22 августа у нас зарегистрировано 47 подтвержденных случаев, в том числе в городе Якутске 23 случая, в Мирнинском районе 4 случая, в Алданском и Нюрбинском 3 случая, в Сунтарском, Мигино-Кангаласском по 3 случая и по одному случаю в Вилюйском, Верхневилюйском, Горном, Оленёкском, Хангаласском, Тампонском и Чурапчинском. Всего у нас, значит, зарегистрировано по городу Якутск, по Якутии более 6 тысяч случаев подтвержденных, 78% это город Якутск. На сегодня находится до сих пор в районах свыше 13 тысяч детей, которые находятся под медицинским наблюдением, и из них, к сожалению, 10 на этой неделе заболело новым коронавирусным заболеванием. Мы провели свыше 2 тысяч тестов на этой неделе, а все с начала пандемии 350 тысяч проведено исследование на новую коронавирусную инфекцию. Сегодня основной задачей, конечно, для всех органов является подготовка к образовательному процессу. Очень активно ведется подготовка в школах и детских садах. Я хочу сказать, что мы не требуем справки для поступления ни в первый класс, ни в детский садик. Сегодня медицинскими организациями подготовлен проект по профилактическим медицинским осмотрам, который уже начинает стартовать со следующей недели в детских садах. То есть непосредственно мы будем приглашать деток туда по очереди с соблюдением всех противоэпидемических мероприятий. А первоклассников мы начнем проводить медосмотр с 1 сентября. Всего планируется в течение года провести без привлечения в медицинские организации непосредственно на местах всех детей, всех возрастов в школах и в садах. Кроме того, сегодня мы говорим о, значит, наверное, самом важном этапе профилактическом к новому эпидсезону ОРВИ и гриппа – это вакцинации. Буквально на этой неделе мы начали первые этапы вакцинации для медицинских работников и детей в определенных группах, коллективах организованных. С 27 числа стартует массовая вакцинация. Мы призываем всех вакцинироваться. Конечно, эта мера не обязательная, но мы хотели бы, чтобы вы обратили внимание на свое здоровье, на ее защиту, потому что вакцинация является одним из самых, ну, наверное, верных способов медицинской профилактики. Берегите себя и свое здоровье. Спасибо всем большое.